Добрый вечер. И вам также. Вам видно? Да. А вам? Да, вижу. Да. Вот. Ну, можете записывать, это я уже знаю. Вы знаете правила какие, что мы записываем и оставляем в интернет. Вы не против? Нет. Я даже буду так. Рад. Вот. Батюшка ушел? Нет еще. Ну, подойди, отец Аким, сюда. Брат приехал, он священник у нас. Это мой брат, протоиерей. Казак. Ну, говорите. Ну, у меня есть вопросы к вам. Я составил вопросы, в принципе, они касаются в отношении евреев. Вы где находитесь? Я живу в Израиле. А по нации вы кто? Я смешанный, у меня в роду и русские, татары и евреи. Угу. Я смешанный, да. Но я не обрезанный, я приехал, я вкратце расскажу тебе, чтобы вы имели представление. Я приехал сюда, в Израиль я попал, когда мне было 13 лет. Мы приехали с родителями, репатриировали, знаете, что это такое. Вот. Закон о возвращении. Вот. Мне было 13 лет, и я уверовал во Христа, когда мне было 18. Сегодня мне 29 лет. Вот. 28. Вот. Ну, это все так вкратце. Вот. Живу в Израиле вот уже на протяжении 15 лет. Что еще? Меня просто интересует вопрос, потому что я уверовал здесь, в Израиле, и как бы вся жизнь вращается вокруг евреев. То есть как бы, ну, я уверовал здесь, не там, здесь. Родители уверовали мои там еще, они там уже были. Вот, в России, вот, а я здесь. И у меня есть как бы много вопросов. Я, к сожалению, не очень знаю историю церкви. Как это было, как бы в средневековье, как церковь относилась к евреям. Я читал некоторые высказывания Иоанна Златоуста по отношению к евреям. Вот хотел бы немного об этом поговорить. Также читал, взял обратную сторону, читал Мартина Лютера, у него тоже как бы. У него не сложилось с евреями в свое время, вот, но он их очень, конечно, сурово начал гнать, потому что они не принимали христианство. Вот. Ну, может, я начну задавать вопросы, да. Как бы, или... Как бы первый вопрос сейчас вот, чтобы как бы быть конкретным. А вот еще что. О себе. Я как бы не имею отношения к православию. То есть я, чтобы вы поняли, я вообще уверовал через интернет дома. У меня родители еще там с начала 90-х стали верующими, но они, правда, посещали баптистов там, вот, протестантское направление, вот. Я здесь уверовал через интернет, смотрел один видеоролик, когда мне было 18, как наркоманы избавлялись от наркотиков, как они приходили ко Христу, меня, конечно, это не православный был ресурс, это протестантское течение. Вот. Меня как бы это вдохновило. И так как я уже немного знал о Христе, у меня родители были верующие, поэтому меня подтолкнуло, конечно, дома была Библия. Я начал читать Библию. Вот. У отца была православная Библия, она мне до сих пор сохранилась. Он мне, говорит, читай. Вот. И я начал читать Библию. Вот. Так вот я уверовал через интернет, потом я начал искать общину, я был в разных здесь общинах в Израиле. Ну, конечно, это все общины такого протестантского направления. Они как бы все мессианские общины в Израиле здесь, но есть разные общины. Допустим, есть община баптистского направления, то есть у них служение
там, ну, как у баптистов, там, по три проповедника, вот такое вот, там, потом я попал, мне там не понравилось у баптистов, я когда уверовал, отец посещал баптистов здесь, в Израиле, мессианскую общину баптистского направления. Мне как бы что-то у них не понравилось, вот. Я потом попал в общину харизматического направления, вот. Там я принял водное крещение, полное погружение, вот, меня крестили на крыше церкви, вот, и так как они веровали, что должно сопровождаться знамением иных языков, крещение Святым Духом, ну, меня помолили за меня, я начал говорить языками, но до сих пор я, как бы, этот опыт я вот не имею. Вот. Ну, и потом еще были общины, в которые я, как бы, ходил, посещал. Вот. Но я немного разочаровался, как бы, во многих здесь общинах, потому что они, как бы, такого протестантского направления, и, как бы, я понял, что это, как бы, не для меня, как бы, эти, как бы, баптизм, пятидесятничество, харизматия, как бы, я, как бы, как бы, пришел к пониманию, что не должно, как бы, быть этого деления, церковь должна быть одна, то есть, а не потому, что сами между друг другом не общаются, баптисты у баптистов, ну, как бы, пятидесятники у пятидесятников, харизматы, как бы, ну, вот так вот, если вкратце, как бы, вот. Вот. Ну, вы слышали, да, о мессианских общинах? Вы знаете, что я это такое? Я знаю хорошо. Я среди них получил Библию пятидесятников, поэтому мне это очень известно. Я через 3 месяца был у них уже проповедником, но я ни минуты не был сектантом. Они все знали, что я православный, я крестился, но они... Это все, как будто ничего и не было. Конечно, случай уникальный. Так Бог сделал. 23 года я получил в руки Библию. А до этого я просто верил, знал. А знания были на уровне то, что мать говорила. Ну да, я немножко... Я знаком с вашей историей. Я просматриваю иногда ваши видео. Беседы, вот поэтому. Знаю, знаком, как вы уверовали, как, да, что вы были, уверовали у баптистов. Вот. Я уверовал, мне в руки они дали ее, Библию-то. Пока зашли минут через 15-20 в обед, я уже все принял. Мне не надо было ни уговаривать, со мной никто не беседовал, ничего. Я выбирал из разных безбожных книг, атеистических, что говорится о Боге. У меня очень сильная была жажда. И достаточно было дать в руки Новый Завет, и у меня все сразу стало на место. Я сразу тут же начал, мы стали молиться, и я уже на корабле в этот вечер, когда возвратился, я всем стал сразу говорить. У меня как огонь, как вот у Савла было обращение такое. То есть жизнь настолько решительная, что тот, кто склонился на колени, и кто встал, это 2 разных человека. То есть у меня было искренне от смерти в жизнь, воскресение. Но я ни разу не слышал ни голоса ничего, ни видения, ни языков, у меня ничего не было. Твердая истинная вера. Я только с первого дня понял, что где нет епископа, священника, это не церковь. И называть церковью ни баптистов, ни пятидесятников нельзя. Это какое-то отделение, секта. Никаких деноминаций, конфессий, этих слов Библия не знает, их не надо поминать. Есть истина, есть ересь. Только и всего. В церковь ходят... Но вы сейчас, я не понял, как вы называли мессианских общин? Как бы мессианская община, где вот собираются именно евреи, там вот... Как бы такого я... Ну, а это сегодня уже есть везде эти общины, во многих городах и России, и Украины, в интернете есть их. Ну, они в основном, конечно, только такого протестантского направления, конечно. Я не знаю ни одну мессианскую общину, где собираются евреи, те, что были в главном направлении, там, католичество. Что-то тормозит что-то. Тормозит этот... Застревает. Интернет, что-то не ладно. Я хотел бы вас спросить, вы работаете где? Что-то не дает, видишь, застыло. Вам меня не слышно? Меня слышно, я вас слышу, а вы меня? Я слышать вас вот сейчас слышу, а ваша картинка застыла. Ладно, тогда ответьте, вы работаете где?
Да, я работаю. Так, вы встречаетесь с евреями, которые коренные там, и обстановку в Израиле знаете? Знаю, да. Меня интересует вот сегодня вот то, что Россия вступила за Сирию, и там этот ИГИЛ такую силу набирает. Как израильтяне понимают, что им угроза очень сильная от этого ИГИЛа? От исламского государства? Я не знаю, если они понимают. На сегодняшний день многие коренные израильтяне считают Путина как героя. То есть, что он вмешался в Ближний Восток, и как бы они видят того, что он наводит порядок. Даже такое ходит, говорят, Путин придет хотя бы на месяц и заменит нашего премьер-министра Бениамина Нетаньяху, потому что войны нескончаемые в Израиле, постоянно это возобновляется, снова и снова сектором Газа. И они как бы так воодушевлены, но это как бы я слышал от них самих. Вот, что как бы такое, вот они говорят друг другу, вот, ну, пусть он к нам приедет на месяц и наведет порядок уже, потому что у нас есть постоянные войны, и как бы люди уже устали как бы от этих войн постоянно, то есть с арабами, с исламом. Вот. И они как-то даже, я не знаю, они не видят от этого как бы угрозы от ИГИЛа, но как бы, то, что делается в Сирии, как бы, хотя там есть то, что и по обычным гражданским лицам там тоже самолеты бомбят, что там это как бы все даже спорно. Вот. Но они как бы. Они даже так вот позитивного такого отношения к Путину. Это то, что я знаю. Ну то, что сейчас помогают Сирии, это помощь Израилю. Это они понимают? Ну как бы с духовной точки, как бы я не знаю, что они понимают, но они, я знаю, что они на Путина смотрят позитивно, то есть не негативно, то есть позитивно смотрят на него, то есть то, что он вмешался. Сирию как бы смотрят на это как бы, что хорошо, что он начал воевать с исламистами, наводить порядок. Вот, потому что у нас это же все рядом с границами проходит. Мы же все в Сирии на севере граничим, голландские высоты. Да. Вот, поэтому это все. Я знаю, на севере там, когда вот Россия бомбит, это слышно. У нас в новостях пишут, что слышно, как бомбят самолеты. Ну, это я понял. Теперь вот, давайте ваши вопросы, пожалуйста. Вас Евгений звать? Да, да. А как по-еврейски вот, Евгений? Как произносится? По-еврейски я не знаю, меня назвали Евгений. У меня нету как бы еврейского имени. Я хотел когда-то себя взять еврейское имя Манати, мне оно нравилось очень. Это на иврите не наше называют, так, по-русски Манати. Но потом я пошел, чтобы поменять имя, а там надо было платить, чтобы поменять имя. Я решил оставить себе имя такое, как оно. Но у меня было такое, как бы поменять имя. Я знаю многих, где это происходит. А еврейский язык, вы на еврейском языке разговариваете, читаете? Да, да. А вот Писание, да. Скажите, как будет правильно сказать это? Иисус из Назарета. По-еврейски как это будет? По-еврейски это будет Йешуа мин Нацарет. Нацарет. Ну ладно. Да. Так, у меня крестник еврей, его привезли сюда, баптисты, он у меня часа три побыл и обратился, сейчас он священник православный, Наум Израилевич, у него родители в Израиле. Да, я видел ваш ролик с ним, он в Грузии же, да? Да, он в Грузии, там где-то, это еврей, у него родители оба евреи, они-то уехали, а он здесь остался. И у него дети поехали в Израиль, их не пустили к дедам за то, что он... Священник православный, что ли? Причина какая? Вернули назад, говорит. Не пустили. Ладно, давайте ваши вопросы, а то время пройдет. Вы не бойтесь, задавайте любые вопросы по Израилю, говорите. Я просто сейчас, секундочку, хотел вернуться, то, что не пустили вот вашего священника.
Дело в том, что они не впускают. Дело в том, когда евреи репатриируются в Израиль, есть графа вероисповедания. То есть, если он пишет, что он христианин, в основном иудеи не обращаются в ислам, только если в христианство. Если евреи пишут, что он христианин, они не пускают его в Израиль. Почему? Они считают, что он как бы поменял веру. Для них как бы как поменял веру, как он отрекся от того, что он еврей, как бы. То есть он оставил как бы свое как бы как отеческое. То есть они как это воспринимают как измену. Вот, они это видят, как бы вот. И поэтому они не принимают. Если пишешь в графе, что ты иудей по национальности, ты не обязан перед ними там отчитываться, во что и как ты веришь. Вот, они не спрашивают, они просто, я знаю много таких случаев, когда они не писали и возвращали обратно. Вот. Вот, так что, ладно, я перейду к вопросам. Вот. Значит, у меня интересует первый вопрос. Так, секундочку. Такой вопрос. Понимание отцов церкви в отношении евреев, было ли на самом деле отделение церкви от синагоги? В каком веке это произошло? До какого века церковь возглавляли преимущественно евреи? А потом как бы... С первого века язычники составляли большинство. Евреев было немного совсем. Потому что это время язычникам, дверь открыта, но в конце Израиль спасется, тогда будет евреев больше. Потому мы считаем Деяния апостолов, и там видно, когда он приходил в синагогу, где были евреи. А потом было гонение везде, и среди евреев-то кто трудился? Вот мы видим, что Фома к индийцам пошел в Индию, знаете, Андрей там к славянским народам подался, Павел там, все это с Римом было, а в Израиле там остался Иаков. И чем он кончил. Так что это с первого века. Отделение от синагоги сразу же было. Собирались ежедневно по домам. Деяния апостолов 2.47. Ежедневно по домам, уже не перед синагогом. А в синагогу ходил ради евреев, чтобы свидетельствовать. Кто-то принимал, а кто-то его гнал. Большинство не принимали. И он говорит, они дополняют меру отцов, что Христос сказал. Они противодействуют, они всюду, говорит, везде, Павел говорит, восстают на нас, послание к Фессалоникийцам. То есть для Павел был для них враг. 40 киллеров одновременно, не пить и не есть, пока не убьем. Но ясно дело, что что-то не то было. Они возбуждали народ и били. А теперь вы сказали, времена Иоанна Златоуста. Надо тут иметь в виду, это уже начало 5 века, 407 год он умер. И синагога была совершенно, никакого отношения к христианству не имела. Но там, видимо, были люди, которые занимались и чародейством. И христиане, слабенькие, номинальные, они тоже хотели что-то от этого получить. Как Нострадамус или Блаватский, кому там, Кашпировскому пойти. Иоанн Златоуст тогда с кафедры гремел, куда ты пошел? Куда ты пошел? Вот у нас недавно девчонка одна заболела. Я с ней не встречался, ну, в печати в нашей, в Алтайской было. И болезнь какая-то у нее, студентка она вроде бы, она уже болела давно, и предложили, что что-то с костным мозгом вроде бы связано. В Израиле высокий уровень где-то. Но ей предложили, но сказали, будто бы сказали ей, возможно, поездка и бесплатная, если отречешься от православия. Она православная назвала себя. И она не поехала, и церковь православная одобрила ее. Было ли это, не было, я ручаться не могу. А этих детей-то не пустили, они ничего не отрекались. Они родились в православной семье, мать православная и отец. Поехали-то дети, не он, Наум Израилевич не поехал. Внуки поехали к дедам повидаться и не пустили. Они ничего не отрекались. Это их и... Они родились в этом. Павел говорит, я еврей, а ты еврей. Она грузинка, а он еврей. У них тоже половинка получается. Так что, что их не пустили, тут он правильно понимает о масонстве, протоколы сионских мудрецов. Он понимает, и это, конечно, известно было. Я думаю, что это отразилось. А так их зазирать не за что было. Они не скрывают, да, пишутся, что евреи, хотя по еврейским законам они должны по матери быть грузинами считаться. Я знаю эти законы.
У меня про евреев очень много написано, и ответы. Вот евреи имеют свое толкование, предание Талмуд. У меня вот книги «Открытым оком», это 30 томов. Каждый том 752 страницы. Вообразите, труд какой. 18-й том, это полностью я разбираю Коран в сравнении с Библией. Коран. А 23-й, 24-й, 25-й, три тома по 750 страниц, посвященные евреям. Я рассматриваю историю еврейства за 3600 лет. Кто что сказал? Талмуд, их главы, кто как разбирается, какой Талмуд там, который вавилонский, и по нему по порядку разбираю и сравниваю с Библией где. То есть таких материалов больше нигде нету. Они ниоткуда не списаны. Это еврею любому интересно сделать сравнение. И в большинстве случаев, в подавляющем большинстве, я на стороне евреев. Так что мне и угрозы были. Угрозы были от тех, которые, ну, как с евреями нельзя там в бане мыться, нельзя у евреев лечиться. А меня со стройки привезли, и мне операцию сделал Шойхет Яков Нахманович. Вот как. У меня хорошие отношения. Но он был заместитель губернатора, он доктор медицинских наук, исключительно большой человек. Приезжал к нам в Потеряевку. Вот как. Поэтому мое отношение к евреям, везде, где мои статьи есть, там евреи везде подписываются, там благословенны, вас Бог избрал на защиту евреев где-то. Поэтому я всем говорю, кто хочет быть благословенным, никогда не проклинай семя Авраама, евреев. Никогда, нигде, никак. Они обобрали там гусинские, я не отрицаю, обобрали. Но ты благословляй это семя. И будешь благословен. Я благословен во всех отношениях. Почему? Потому что я благословляю Израиль. И каждый день молитва начинается. Первое. Израилю дай мир, Господи. Понятно? А откуда у вас это? Из любви к Богу, к Святой Библии. И последнее благословение – это десятина. Малахия говорит, плати священству десятину. А все остальное, благословение матери, родителей – это посредине между этим. Поэтому около нас нет антисемитов. Врагов Израиля нету. Никого. И быть не может, потому что мы постоянно эту любовь к еврейскому народу возгреваем в людях. У меня друзья пишут там фактор, фамилия его, и так и в Израиле, и на форуме там кто-то работал. У меня всегда почему-то люди хорошие встречаются. Даже евреи здесь есть, и они большие посты занимают, они мне помогали в издании книг. А я там отвечаю, некоторым евреям не нравится. А другие говорят, это действительно, у нас была еврейка. На меня она вроде напустилась, а потом говорит, да вы, Игнатий Тихонович, любого еврея за пояс заткнете. Вроде начала говорить за покой, а закончила за здравие. Вот так. Так что я как-то сказал даже, если будет гонение на евреев, оно вполне может быть-то, то я буду там, если даже хотя бы одно слово, но успею сказать в защиту. Если можно кого-то спасти, как во время войны было, это мой труд перед Богом. Благодарность еврейскому народу. Иначе бы у меня не было Библии, не было Христа, не было Божьей Матери. Мы все оттуда получили. А русские некоторые говорят, а кто она еврейка? Это Богородица. Она же русская была. Здорово живешь. Она была русская. А тогда Христос кто был? Вот такие наши отношения. Ну просто, наверное, путаница какая. Дева Мария, как бы, Мария как бы это уже стала таким русским именем. Даже более таким, в Украине это распространенное имя. Маричка, я уже это знаю, Мария у них очень сильно там. А на иврите это, на еврейском языке это Мирьям. Да, Горькая. И у мусульман также Марьям. Да. Вот. Поэтому, может быть, это путаница и происходит. Вот. У нас дети в Израиле, евреи, которые уверуют, они стараются имя Иисус греческое не произносить. Ну, хотя в этом нету ничего такого. Произносит имя по-еврейски Иешуа. Вот. Как бы тут игра какая, «эс» заменяется на «ше». В еврейском языке «ше», а в греческом у них там все это «эс» переворачивается. Да, я знаю, у них буквы «ше» нету. У меня грех жил со мной в комнате. Да, и из-за того, что я тоже живу в Израиле, и для меня еврей, он становится, ну, русским, и, конечно, родной, я с ним родился, но еврей становится также мне родным, и я, ну, в молитвах и обращаюсь по-еврейски еще, то есть Иисус, ну,
можно так и так, как бы нет в этом ничего такого. Есть просто, некоторые говорят, ну вот, это надо по-еврейски, вот это его оригинальное имя, вот. Ну, это как у того, какое понимание, как бы нет в этом. У вас это есть там патриарх Иерусалимский, православный, патриарх. Иерусалимский. Там на Елеонской горе храм Марии Магдалины. Вы можете сходить туда. Православная это церковь. Понимаете, что не, там что-то неладно где-то, это церковь. А в церкви всегда были непорядки, как в Израиле. Как бы ни было плохо в Израиле, Христос же не посылал, идите к хананиянам. Говорит, идите, покажите священникам, которые его распнут. Поэтому мы никуда не можем отойти. Церковь православная. Ей это дано. Если человек не знает толкования святых отцов, вот блаженных Апилак, он Библию-то налево-направо переворачивает. А у нас все единое, чтобы все места соответствовали одно другому. Ну да, происходит самовольное толкование Библии. Да. А то сектанты, они дробятся. Говорят, уже 21 тысяча разных сект. Церковь единая. Поэтому я вам говорил. Да, да, из-за этого я начал отходить от протестантизма, потому что, ну, я видел что-то не то. У них действительно нету... Они не знают, кто их нет, кто святые отцы, они ничего не знают. У них да. Все с Лютера начинается, и потом все. Ну, раньше Лютера, 1517 год, не могло быть лютеранства. И у баптистов ты же раньше 1639 года, до Джона Смита, не может быть раньше. Как Джозефа Смиту, это, ну, разные там мормоны, раньше их главаря не может быть. А Библия говорит, Матфея 16:18, Господь говорит, я создам церковь, врата ада не одолеют. А врата ада что, они даже не знают. Это еретики они. Они ее не одолеют. Церковь была и будет. Я жил какое-то время в Иерусалиме, и как-то я зашел, вы знаете, есть такая, называется русская духовная православная миссия в Иерусалиме, знаете? Да, да, да. Вот, я зашел в их храм, так как я не через православие пришел ко Христу, и я зашел как-то одним днем в православный храм, и я так просто осмотрелся, и для меня же не знакомо как бы православие. Там была монашка, я с ней немножко пообщался, просто мне было интересно, как они, откуда они приезжают, они же не местные, они постоянно меняются. Потом, значит, я с ней так пообщался, она мне немного рассказала о себе, и, значит, я так немного осмотрелся, смотрю иконы, икона Николая Чудотворца, вот она мне говорит, вот просто это икона. Ну, я так осмотрелся, потом смотрю, книжечка лежит. Я подумал, это, наверное, Библия. Я подхожу, чтобы взять, ну, открываю, а там на старославянском. Я не понимаю, чего написано, я пытаюсь понять, что же написано. А священник стоит вдалеке, и он мне говорит, не трожь так именно, положи, это только не брать священнослужители. Ну, я так насторожился, он мне не объяснял ничего, то есть, он говорит, ты все равно ничего не поймешь, что там написано. Вот, я положил, как бы не стал с ним, ну, и я вышел, как бы, с храма и больше туда не приходил. Сходите все-таки. Понимаете, это, ну, сказали, положите, не то взяли, это еще. Это вас никто не выгнал. Даже бы выгнали-то. Это испытание. Испытание нашей веры. Это церковь. Церковь от апостольских времен. Она имеет благодать епископата, священства. Где этого нет, там нет церкви. Это самоизмышленная организация Дафана Веруны Корей. Числа 16 глава. Они тоже восстали на Моисея. Провалились под землю живьем. Это вот уши всех сектантов. Это прообразы для нас. 10 глава. Ну, по-вашему, можно или в католичество, или в православие. Нет, да, разницы, да, да? Это церковь. Григориан Армянская, это церковь. Говорит, а у них заблуждение. Я говорю, у нас тоже хватает. Надо смотреть шире. Где есть епископат и где есть учение Святой Троицы, точно поддерживает. А остальное это второстепенное. У вас да, Библия, но... перевод синодальный? У меня синодальный, но у меня и православный. Я другого не признаю, потому что я знаком со всеми переводами, самыми современными. Их даже близко нельзя сравнивать. Потому что перевод, да, который делали люди, знающие еврейский язык, как Хвольсон Давид Аврамович, еврей, там доктор филологического факультета Лейпцига, и у них
я близко знаком был, ну как, встречался, беседовал с Александром Менем, евреем. Это у меня 20-й том моих бесед, я на магнитофон записал. И ему, когда я сказал, вы можете так переводить, он работает с оригиналом. Он говорит, да что, вот так отшатнулся, никогда. Это были переводчики самого высокого полета. А эти, которые переводят, они вульгаризированный текст преподают. Они многих слов даже не знают. Так что держитесь за синодальный перевод. Еще что вас волнует по еврейскому вопросу? Давайте. Даже зачем? Давайте, да, чтобы ушли те вопросы, которые есть. Значит, какими еще есть? У меня такой вопрос. Вы слышали о таком понятии, как теология замещения? Так, что? Я не расслышал. Не понял, что там маленько... Теология замещения. Замыкает, перерывает речь. Вот опять замолк. Еще раз. Повторите, что говорили. Таком... Вас не было слышно. Еще раз. Вы слышали о таком понятии, как теология замещения? Володя. Теология замещения, что-то такое. А что это такое? Я не слышал даже такого. Что это? Это не евангельские слова. Мне это не надо. Я вообще устраняюсь от этого. Теология, нет, замещение, это, какое? Значит, искупительная жертва, что за нас Христос принесен в жертву. Значит, это в католичестве более распространено. Это она о теологии замещения говорит, что язычники заменили евреев, то есть стали на место их. Они отпали, Это апостол Павел говорит. Но зачем другие слова говорить? Надо просто считать места, потому что вы, говорит, не приняли, я иду к язычникам. Апостол Павел... Не, ну, смотрите, там написано в синодальном как переводе на место их, правильно, как бы, как там написано в римлянам? Помните, остаток спасется. Остаток. В конце евреи обратятся. В конце будет, это сказать, вот дверь на две половинки. Вот евреи, язычники были в стороне, дверь закрыта была, евреям открыта. Теперь открылась язычникам, евреям закрыта. Закрыто это не означает для всех. Павел говорит, и я еврей из колена Вениаминова. Это определенно так и есть. Так. Это, говорит, отвержение евреев, Павел говорит, то какое. А что будет принятие? Какая слава всей церкви будет? Принятие евреев, когда обратятся. Я вам сейчас зачитаю это местописание, чтобы вы поняли, к чему я это говорю. Секундочку. Давайте. Смотрите, Римлянам 11 глава. Да, 11 глава, 17 стих. Давайте. Ибо если отвержение, 15 стих, отвержение евреев, примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? То есть принятие будет. Вот 15 глава, смотрите, как говорит, отвержение их евреев. А почему? Вам, говорю, язычник, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них, некоторых? То есть, дальше, отвержение их, примирение мира. А дальше, если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые... Вот, извините... Я хочу сказать, что я имел в виду. Вот, да. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты дикая маслина, то есть язычники, привился... на место их и стал общником корня и соком маслины. То не превозносись перед ветвями, если же превозносишься, то помни, что ты не корень держишь, но корень себя. Я слышал, что вот здесь, вот где написано, где написано в 17 стихе, а ты, дикая маслина, привилась на место их, не на место их, как бы это правильно, а среди них, как бы. То есть, как бы, евреи полностью не выпали, они остались, просто их осталось очень маленькое количество. Нет, давайте вернемся, Евгений, 15 стих. А если отвержение, да. Слово отвержение, как толковать? То есть, я отвергну вас, это пророки говорили, и рассею по всему миру, а потом соберу. А потом соберут. Да. Так и здесь. Ты не возносись перед ветвями. Это у них была такая история в церкви. Когда язычники стали считать себя главными в пресвитера, а вы, евреи, Христа распяли. Они говорят, так мы же первые обратились. Ну, первые вы, потом Христа распяли. У них неблагополучная обстановка была в храме,
в церкви. И апостол Павел их разводит. Друг перед другом не хвалитесь. Все избраны Богом. Нет ни иудея, ни еллина. Тут только об этом говорится. То есть перевод правильный, да? Да, вот смотрите, 21 стих-то. Если Бог не пощадил природных ветвей, значит, Он не пощадил. Он развеял по всему миру. То смотри, пощадит ли тебя, то есть убойся, глядя на Израиля, какую претерпел он беду. Итак, да. Видишь благость, строгость Божию, строгость к отпадшим. Каким? К евреям отпадшим. Он снова называет. А благость к тебе... А при условии, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. И ты означает, то есть они отсеченные. И ты будешь отсечен. А зачем бы он говорил «и ты»? И ты означает, евреи отсечены, то есть они отпали от благодати. Ну, счастье, конечно, приходит. И открыта дверь язычникам. Но и те, если не прибудут в вере, привьются. Видишь как? Привился не по природе, привился хорошее маслине. Хороший это еврейский народ, то тем более сии природные. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, 25 стих. О тайне сии, чтобы вы не мечтали себе, что ожесточение в Израиле произошло отчасти до времени. То есть это ожесточение продолжалось, пока войдет полное число язычников. А когда полное число язычников войдет, дверь приоткроется половинка евреям. Они... А когда это произойдет? Никто не знает. Это будет уже в конце Антихриста. Они примут Антихриста. Все, что делают евреи в мире, захват всех ресурсов, банкиры там, ну везде все. Это все делается для воцарения Антихриста, Машиаха своего. Но в конце они поймут, что они ошиблись, и ошиблись полностью. И тогда поднимутся на него. У Соловьева есть такой намек, что будто он и не обрезанный даже будет. Три слова об Антихристе. И он воздвигнет на них гонения. Я делал однажды сравнение, говорил проповедь, там евреи были. Я говорю, представьте, отец любит сына. Он жертвует все для него, он работает. Он строит ему дом, он снабжает его, находит ему невесту. Но лучшего отца нету. И у него было только одно, чтобы сын его сделался великим и славным. И вдруг сын получает самую большую должность. Но меняет свою веру. По вере нужно принести близкого родственника. И он отца возлагает на жертвенник и заколает его, чтобы принести в жертву. Как вы будете смотреть? А разве возможно? Я говорю, это с Израилем так было. С Израилем. Я беседовал с их людьми, которые понимают это. Рави. И вот доходишь до 53 главы Исаии, и они отвечают все одинаково. Не будем об этом говорить. Там четко и ясно, что он будет распят, и ни во что его ставили, и ранами мы исцелились. Кто это? Кто? Евнух не знал. А вы знаете, они не говорят. 53 глава – это приговор тем, кто не принял Христа. Я с ними встречался. Это главу в Израиле не читать синагогу. Они говорят, что это запретная глава. Я встречался, не встречался, это считал. Был такой миссионер, с бурятами работал, Спиридон. И вот он с евреем познакомился, там поехали в Израиль, и он описывает, вот у нас, говорит, вера такая, пришел Мессия, он Христос спас нас. Но у евреев, говорит, вера не такая, как у нас. У них постоянно подчеркивается, он к нам пришел. И вот он, говорит, приехал, видит, там идет там с песнями еврей, он к нему, здорово, брат, здорово целует. Ты знаешь, что, а тот-то здоровый тоже обнимает, он, а ты знаешь, что это Мессия-то пришел, это Иешуа Гонацри. Он, тьфу ты, я с тобой поцеловался, собака. Он опять к следующему, у него вера детская, он криком кричит, обещанный нам, не язычникам, не русским, нам, евреям, пришел Мессия-то, тьфу ты, опять на него. У него вера огненная, говорит, у этого еврея, она у него двойная, Мессия, а второй Мессия к нам пришел, к нам. Понимаешь, вот гости приехали, все говорят, из Москвы приехал Путин к нам в гости-то. А представь, что он ко мне подходит, здоровается, говорит, ну когда свободен будешь, ты меня примешь, ко мне обращается, вообразите. А я говорю, ко мне он приехал, а вы-то уж тут попали под горячую. Вот примерно так говорю. Живая истинная вера его. Это мой пришел Спаситель, Божий Сын. Да, написано, что они возревнуют о нем, отплачут, как о сыне единородном. Как о единородном. Да. Как о родном по плоти. Которого воззрят на того, кого распяли.
Считали, вот он да, пришел да. так к кому? К погибшим овцам Израиля. Погибшие. Это скотомогильник. Мертвое поле костей. Пришел к своим, запятая, свои его не приняли. Не приняли, они его отвергли. Так что говорить о избрании сегодня никак нельзя. Тут все места говорят освященные, но до времени. Потом они придут. Но отдельные люди приходят. Так что ищите веру истинную, Христову, православную. Могут ли сегодня евреи возглавлять свои общины, или они должны идти в православную церковь, в католическую церковь? Да, именно так. Секты не церковь. Не церковь. Они просто пришли позже и самовольничать начали. У них нет рукоположения епископов. Нет преемственности благодати. Вот мы читаем книгу Неемии, и там написано, когда они вернулись из плена, искали родословное священство, не нашли и были от священства полностью отсечены. Все. То есть у них нет доказательств никаких. Нету. Ну, вот я читал, когда Муссолини повесили, а его сын все эти годы пытается из банка швейцарского взять деньги. Но шифра не знает, отец не оставил. Он и год его воцарения там... Ему говорят, нет, не такой. Но они могли бы отдать-то. Ну, деньги-то не отдают. И он так и живет бедно. Новое-новое там, может, колдунам ходил. Говорят, какая-то цифра такая. А может быть, он уже и называл ее. Легче сказать, что неправильно, и деньги не отдали. Поэтому у меня книга 18 том для мусульман, она зеленого цвета такого, ярко-зеленого. А для евреев начинается 23 том золотого цвета. Любят золото, я его сделал под золото. Корочка у книги. Для евреев. Евреи, которые считают эти книги, они ни единого слова против сказать не могут. Я не нападаю, я просто сравниваю с Евангелием. Талмуд. Вот в Евангелии так написано, а вот здесь вот так. Там дотошно, я вот Шульхан Арух считаешь, там евреи, там не подай ему лестницу, упал, там если женщина роженится, чтобы она не родила. Я это все считаю, Шульхан Арух. Но мне в жизни ни один еврей такой не попался. Вот нет его. Или он такой, но при мне он делается не таким. Вот мы когда поехали по Турции, мусульманских республик 6, везде на запад, когда я ехал с миссией до Лиссабона, не ездите, там головы режут. Я никого не опровергаю, но с нами этого не было. За нас все молились. Нас мусульмане, турки, все встречали. Мы у турок на Верхотуре, там, считай, молились 12 часов перед тысячами народа. Меня в Израиль сколько раз приезжали, звали бесплатно там съездить. А зачем ехать? Я в это верую, и все. Вот они там, благодатный огонь, вот там еще что-то ищут. Мне это не надо, я к чудесам не склоняюсь, как Златоуст говорит, я верю. А вера превыше чудес. Иудеи требуют чудес, а еллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. У вас больше нет вопросов, Евгений? Есть еще пара вопросов. Ну давай. Значит, вопрос у меня такой. Скажем, я живу в Израиле, среди евреев, и как это было у Тимофея, да, когда он был полукровкой. И это как бы было преткновение, то, что он был необрезанный, чтобы он проповедовал евреям. Да. И Павел его обрезал ради евреев. Да, скажем, да. Не будет ли мне это преткновением? Если я буду проповедовать евреям, да. И ну как бы не обрезание, как бы плохое. А, потому что, по сути, оно как бы не нужно мне в плане спасения, потому что духовное обрезание сердца, да. Оно совершилось при рождении свыше. Вот. Вот такой вопрос. Вот ваше мнение. А в чем он заключается? Вопрос, а в чем конкретнее? Вопрос заключается, то есть, в том, как бы надо ли мне это, или все-таки как бы все-таки это как бы. А про обрезание, надо ли вам обрезываться? Да. Не надо. Не надо, никаким образом не надо. Если вы обрезываетесь, вы отпали от Христа, от благодати. Павел говорит в послании к Галатам.
Галатам. Это он ходил с ним, проповедовал, и у него, видишь, отец-то был еврей, это еврейка мать, а отец елен был, и ради них, чтобы приняли. У вас это нет. Это в самом начатке было. Теперь, говорит, он говорит, мы, если обрезаемся, отпали от благодати, от Христа отпали, не надо этого. Они вас и так не принимают, и так не примут. Они знают, а это ничего не даст, хоть полностью отрежь, ничего не даст. Да. Я хотел спросить, не в упрек, вы как сидите, на что-то опираетесь спиной? Да, я на кровати сижу, у меня не настольный компьютер, а ноутбук. А у вас спина не болит? Нет. Дело в том, что когда люди говорят развалившись, они не могут сосредоточиться. Ну попробуйте, сядьте прямо, чтобы спиной не задевать спинку. Вот так вот. У меня были люди, которые опирались все, они сделались врагами. Я не хочу, чтобы вы были моим врагом. На будущее, когда будем говорить, вы постарайтесь так сидеть прямо. Я уже делаю некоторые... Не, ну вы мне понравились. Если бы вы не были бы открытым человеком, я бы, наверное, бы к вам не позвонил. Дело в том, что у меня не было еще вот вы первый православный, можно сказать так, даже ортодоксальный верующий, я имею в виду католики православно, не ортодоксальные. Протестанты их нельзя назвать ортодоксальными. Вот. Вы первые, с кем я общаюсь, у меня не было, потому что в основном как бы закрыто все общение. Вот храмы мертвы, вот я пришел, да, вот в Иерусалимский храм. Ну, мне же там не подали руку общения, то есть. Ну, я и вышел, как бы, получается. А что я могу? Я же не буду навязывать. Хорошо, второй вопрос, давайте. Вот, давайте еще вопрос. Давайте. Значит, у меня, в принципе, много вопросов, но я сейчас самый главный вам... Вы берегите, и через месяц, может быть, сначала внизу напишите в скайпе, то я свободен, нет, а то у меня тут еще на очереди стоят. Все. Так вы меня добавьте к себе в друзья, чтобы я вас... Я сейчас добавлю, как закончится, я вас добавлю. Хорошо. Так, вы сначала спросите, свободен я или нет, и тогда я вам отвечу. Ну, я вот еще к этому, к теологии замещения, то есть то, что вы не до конца поняли... Есть еще такое сегодня понимание, как говорят, Израиль – это Израиль, а церковь – это церковь. Я слышал такое мнение верующих, они говорят, не может быть такое, Израиль – это церковь, то есть есть один у Бога, единый народ – это Израиль. То есть просто сегодня Израиль, он духовный. То есть это не государство Израиль, это духовный народ, который составляет не... Народ духовный из евреев и язычников. Но это Израиль, ни в коем случае нельзя разделять, ну, как да. бы Израиль и церковь, как бы ставить как бы два народа, как бы отделять это. Это один народ, Божий народ Израиль, все, кто уверовал во Христа. Это Павел просто поясняет обстановку, что она неблагополучная была в римской церкви, и он тогда им показывает, примеряя их, чтобы те не гордились, и эти не унывали. Вот и все. Это правильно вы рассуждаете? Из детей, из камней, говорит, создаст детей Аврааму. Да, ну все, наверное, хорошо, сегодня. Да. Следующий вопрос. Давайте расстанемся, а уж как Бог даст, может быть, и встретимся. Вы да, смотрите да, наши давай. Ролики. Вы на нашем сайте бываете на форуме? Я вам сейчас скину. Скину внизу наши ресурсы. У нас очень большой сайт, большой YouTube. Очень большой сайт, в котором 50 книг моим голосом насчитаны. Златоуста полностью, «Жития святых», «Добротолюбие», «Библия», «Архипелаг», «ГУЛАГ». Это еще при советской власти я за это отвечал. Там, за это тюрьму мне пришлось претерпеть. Благодарю, что зашли. Все, пока, с Богом. Так, я сейчас приму вас, друзья, и дам вам данные наши внизу. Какие вопросы Хорошо. Будут, вы еще сразу зададите, я вам снова скину материалы. С Богом. Бог. Закрывайте. Где тут принять-то его? А где принять? Вот. Принял, да? Ну все. Получается, принял. Ну я ему сейчас это... про наш сайт. У меня есть тут такое... сайт, вот он, я включаю его, вот он, заходите на наш сайт, я вот так вот делаю Ctrl-A, Ctrl-S, захожу сюда, ему сейчас сразу же он и получает, все, пожалуйста, вот Евгений, Израиль, ну и хорошо,
Видишь, какой разговор получился хороший. Он, главное, когда зашел, вот это он интересно, он как пишет, смотри. Это надо просто поучиться его воспитанности. Вот это я ему скинул, а он до этого пишет. Вот. Это я ему пишу. А вот он ко мне заходит, когда первый раз. Что тут у меня долго не идет. Что же он тут пишет? А, вот пишет. Вот, смотри как. Хотел с вами пообщаться на тему, связанную с евреями. Какое было понимание у отцов церкви в отношении евреев в Средневековье? Существует немало информации, что в историческом христианстве процветал антисемитизм. Церковь отделилась от синодального служения где-то в III веке и избрала свое служение. Это неправда, это в I веке. И свои обряды. Вследствие этого проникло язычество в церковь. Видишь, как это сектанты ему уже набили. Я так понимаю, вы владеете историей церкви, мне было бы интересно с вами пообщаться, без всяких споров, так как я у вас прошу общения, вот заметь, вот это вот главное подметил, я у вас прошу прощения. Общение. Общение. Общение, общение. Так, где это? Общение, они вы у меня... Мне было бы интересно узнать ваше мнение по разным вопросам. Вопросы у меня уже готовы, на бумаге есть. Сегодня утром я составил подробности какие. Вот, теперь я дальше. Вот. Живу в Израиле. А он написал, хочу вас внести, ну, в свои там, в список друзей. Это я пишу, зачем? А он говорит, ну, что вот за это. Я пишу, сходите ровно через 2 часа. Он говорит, договорились. Ну, и дальше вот встреча произошла. Слава Господу, сегодня столько людей, так интересно, мы приезжали с других мест купить книги наши, отправили в Америку полный состав, в Москву, да еще в 3 экземплярах Новый Завет. Какой-то день такой особый был. Я на исповедь сходил, завтра, думаю, причастником быть. Мы не успели правила высчитать, кроме канона покаянного. Это на завтра утром надо будет. Должен был Максим зайти, Степаненко, но его нету почему-то. Где он застрял? Ушел куда? Ладно, на этом все. Отключаю.